Хе-хей, всем здрасте. Сегодня мне пришла посылка с треногой, с мини-треногой для телефона. В этом видео мы увидим распаковку этой посылочки. Посмотрим, пощупаем, ну короче, все что надо сделаем. Сделаем замер полной ее длины. Итак, чтобы не томить вас, я вам покажу фото, как она выглядит в сборе. Упакована она грамотно и надежно. В комплекте идет тренога, как вы видите, сейчас я ее распакую. Вот она. Довольно-таки приятная на ощупь, с резиновыми ножками, дабы ваш гаджет не катался по столу, как масло на сковородке. При транспортировке есть небольшие дефекты, но это вмятины, это все выровняется со временем. Поэтому это незначительно, в принципе, я так думаю. Как видите, идет зажимной винт фиксатора, я так понял. Вот так они сказали, это максимальное, как они могут разложиться. Даже вот так вот ножка крутится, и вот так вот. На самом деле там просто проволока, а сверху идет мягкая оболочка. И все, в принципе, больше ничего там такого нету. Так она становится. А, еще, да, вот этот штырек, он пластмассовый, или болтик, будем так называть. И, соответственно, вот эта гайка, которая крутится вверх-вниз, она тоже пластиковая. И это, наверное, самый большой минус, который может, ну, он просто отвалится. Он со временем, скорее всего, мне кажется, он перетрется, я не знаю. И когда будете закручивать, он просто-напросто отвалится, и все. И к тому же он до конца не затягивается, он просто прокручивается в самом конце. Как видно на видео, он прокрутился. Вот. Он просто крутится, и все, больше ничего. Ну что ж, посмотрим, что у нас еще есть. Как вы видите, это фиксатор для гаджета, для вашего телефона. Распаковываем его. И вуаля. Честно, фиксатор не очень. Я сейчас объясню почему. Здесь на фиксаторе идет латунная гайка. Естественно, она намного крепче, чем тот пластик, который идет на самом кронштейне. На треноге, точнее. Естественно, когда вы будете его закручивать, главное не перетянуть, чтобы не поломать, либо не сбить резьбу того пластика. А еще внизу идет просто обычный поролон. Маленький, очень тонкий слой поролона. Ну, это уже сам пульт для якобы дистанционного управления, фото, ну и видео, естественно, тоже. Он поддерживает Android и iOS. Это маленький гаджет для вашего удобства. А еще то, что самое главное меня здесь удивило, именно в этом маленьком пульте. Нет, конечно же, ни надписи на задней крышке. И даже не кнопка, которая включает сам пульт. Самое главное, что я хотел вам показать, это вот он, батарейка. Китайцы наконец-таки положили батарейку. Полная его длина составляет 25 сантиметров. Спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, дальше будет. Всем пока!